На боевом посту одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении Армении, нашли тело трех армянских военнослужащих с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба армянского Минобороны. Согласно официальной информации, 19 августа, около 2 часа 15 минут, на охраняемой территории одной из воинских частей были обнаружены тело Мурада Муратьяна, Левона Арутюняна, Игора Асаакьяна. Чуть позже армянское военное ведомство заявило, что смерть трех военнослужащих не связана с действиями вооруженных сил Азербайджана. В Минобороны отметили, что для выяснения обстоятельств случившегося сейчас идут следственные действия. По данным на этот момент, произошедшее не имеет отношения к действиям азербайджанской армии.